Кто здесь голос подавал? Кто-то тут лаял? Кто голос подавал? Отойди, я послушаю. Кто из них тут лаял? Только что лаял. Пока за телефоном бегала, уже никто не лает. Че ругались? Кто ругался? Ты ругался? Маму хочет освободить. Где ваш голос? Покажите, как вы лаете. Где ваш голос? Голос? Тихо. Не боятся. А им любопытно. Шума не боятся. Любопытствуют. Не бегают. Не убегают. Чем еще их пошуметь, испытать. Ну-ка, тихо. Тихо. Сейчас подойдет узнать, кто гремел. Тихо, тихо. Кто гремел, сейчас подойдет, поинтересуется. А, вот кто гремел. Ты должен бояться. Бояться должен. Бояться должен. Кыш. Кыш. Видишь, как боится. Наоборот, подходит. К страшной шуму. К страху. Бояться, лежать бояться. И тебе лежать бояться. Бояться, лежать. Еще не боится. Хе-хе-хе. Побежал, побежал. Кое-как испугала тебя. Кое-как испугала. Полчаса пугала. Все, разбежались. Трусы! Вы трусы? Трусы? Лежать бояться. Опять не боишься? О! Лучше не связываться, правильно. Лучше пойти водичку попить. А этот откуда выскочил? Пошли покушать. Все, рассыпали весь корм. Мать, ты почему не заставляешь, не приучаешь их к порядку? А этот хочет отвязать ее. Видишь, какой сообразительный. Маму привязали. Она не может бегать. Пусть сидит сейчас. Такое время, что штрафовать будут. Будешь сидеть, пока не утихнет эти волнения. О, голос подает. Да не закрывай его. Закрывай, то смотри, что делает.
эту злюка. Злюка маленькая. Злючка. Эй, щенячий патруль. Щенячий патруль. Ко мне. Ко мне. Что закрыла-то их? Я их что, съем, что ли? Сейчас одного отдадим. Если понравится, вот этого со звездочкой отдадим. Понятно тебе? Куда полез? Сейчас 12 часов должны подойти. Привыкай к расставанию. Может быть, сегодня, завтра одного заберут. Кобельков сразу разбирают, а вот девочка, проблема будет. Девочку. Он вот этот. За хвост всех тянет. Отойди, не давай им титьку, пусть кашу едят. А, нет, они не титьку. Они тебе поводок перегрызут сейчас. Что, на цепь тебя садить, что ли? А молока-то нету. А нету молока уже, все. Видишь, злятся. Нету молока. А где вам его взять? Кашу, кашу. Кушайте корм. Сухой магазинский. Рассыпали весело. Вот собирайте. Ну все, мне некогда с вами стоять. Пойдем посмотрим на дорогу. Может быть, уже идут люди смотреть твоих щеночков. Пойдем смотреть.